В Химках прошло заседание Совета депутатов городского округа. Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным народные избранники обсудили ряд вопросов. Основная тема – городской бюджет. В него внесут изменения, так как доходы городского округа выросли. У нас увеличение доходов бюджета городского округа на 2018 год составляет сумму 331 миллион, в том числе по налоговым и неналоговым, и далее субсидия безвозмездная, которая получена с областного бюджета. Большая часть средств пойдет на благоустройство, а также ремонт дорог и дворовых территорий. Также власти города планируют завершить реконструкцию парка в микрорайоне Подрезково до Нового года. И территорию парка Подрезково, она уходит, спускается во враг, к реке. И вот эта часть, она не планировалась, но жители Подрезково изъявили желание коллективное и попросили продлить эту часть. И когда уже, то есть процедуры шли, люди попросили, сделайте больше небольшую часть. Да, конечно. Просто увеличенные объемы работ, его продлили, сделали его просто больше, эту территорию. Еще один немаловажный вопрос – имущество городского округа. Земли, строения и ресурсы. Важно правильно распоряжаться всеми объектами, чтобы получить максимальную выгоду для химчан. Принято решение, скажем, нашему водоканалу, в котором в Онеге находятся наши все сети водоканальные, то есть сети водоснабжения и сети водоотведения, в аренду сдавать по условной цифре, то есть 1 рубль, 1 погонный метр, чтобы те деньги, которые они при этом экономят, пошли именно на содержание, поддержание и развитие сетей. Вопрос очень важный. Обновился и состав совета. В него вошел опытный политик и депутат предыдущих созывов Игорь Ткачев.